пресечено очередное коррупционное преступление. Сотрудниками полиции межмуниципального отдела МВД России Вышневолоцкий совместно с УФСБ России по Тверской области в результате реализации оперативной информации выявили схему присвоения бюджетных средств главным бухгалтером и директором Вышневолоцкой школы-интерната номер 1 для детей-инвалидов. Как установили полицейские, главный бухгалтер, 56-летняя женщина, и ее 35-летняя дочь, а также 60-летний директор данного образовательного учреждения совершили хищение веренных им денежных средств. В результате противоправных действий государственному учреждению был причинен ущерб в размере 6 миллионов рублей. В ходе проведения обысков по месту работы и жительства фигурантов полицейскими и сотрудниками ФСБ изъяты документы, компьютерная техника, телефоны. За себя говорит обстановка в квартире, да и дорогостоящие шубы куплены явно не на бюджетную зарплату. Вот автомобиль одного из фигурантов. По нашим данным, задержанные незаконно наживались, трудоустраивая в бюджет учреждение образования «Мертвые души». Следственным отделом МВД Вышневолоцкий возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 160 Уголовного кодекса «Присвоение или растрата». Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Расследование продолжается. Утро 14 февраля. Пересечение улиц Бебеля и Ефимова. В автомобильной аварии пострадал человек. Все случилось так. «Лада Приора» двигалась по Ефимова в сторону Софии Перовской. Водитель выехал на пересечение с улицей Бебеля и не заметил знак «Стоп». И здесь «Лада» столкнулась с автомобилем ГАЗ-3110. Вот пришел оттуда, вот оттуда прискочил человек в машине. Вот на «Ладе», да? Он ехал вам на перерез? Вот оттуда ехал. Ехал по Ефимова, да? Хотел туда проехать. Я не прямо, он прямо хотел поехать. А так, у вас основная дорога была? Да, дорога наша, да, главная дорога. У него скорость какая была? А не могу сказать. А вы не могли ничего сделать, чтобы избежать столкновения? Сначала он хотел тормозить, потом на газу обратно, я уже не успел тормозить. И еще была третья машина какая-то, нет, или только две? Сзади мне машины ехали, у него все снято, номер телефона есть, мне оставили. То есть, по-вашему, виноват водитель «Лады»? Конечно. Ага. У вас повреждения, вы как оцениваете машины? Машины? Ну, это надо кто-то смотреть, не знаю. Должны на него смотреть. Вы один ехали? Нет, мы вдвоем. Вот. Никто не пострадал у вас? Нет. У меня вот только мне вот это, у меня вот здесь болит чуть-чуть еще. От удара «Ладу» вынесло на тротуар, и она подмяла под себя придорожный знак. Водителя «Лады», а он находился в салоне вместе с супругой, прибывшей скорой доставили в больницу. Как нам удалось узнать на месте аварии, мужчине, управляющему «Ладой», 79 лет. По словам супруги, он за рулем с 76 года и ни разу не попадал в аварии. Из-за ДТП движение общественного транспорта со стороны центра было ограничено. И еще, по словам сотрудников ГАИ, на этом перекрестке аварии случаются довольно часто. И все по той же причине. Водители не замечают или игнорируют знак «Стоп». Жизни пострадавшего, по официальным данным, ничего не угрожает. Эта неделя началась с сообщения о пресечении преступной деятельности очередной банды черных риэлторов. Следственным комитетом во взаимодействии с МВД пресечена деятельность группы черных риэлторов, действовавшей в Тверской и Ярославской областях. Все началось с того, что 23 сентября 2019 года в реке Нерль Калязинского района было обнаружено тело женщины с признаками насильственной смерти. На первоначальном этапе расследования следствие располагало лишь незначительными данными, полученными в ходе осмотра места происшествия. Не была установлена даже личность погибшей. В результате грамотно спланированных и проведенных оперативно-розыскных мероприятий в кратчайшие сроки следователи выяснили, что 50-летняя погибшая являлась собственником двух квартир, расположенных в городе Ярославле, которые незадолго до ее смерти перешли в собственность третьих лиц. Уголовное дело по факту убийства жительницы Ярославля возбуждено отделом по расследованию особо важных дел регионального следственного комитета.
Убийство было совершено группой лиц по предварительному сговору с целью скрыть другое преступление – мошенничество. Длительная, кропотливая и слаженная работа следователя отдела по расследованию особо важных дел и криминалистов областного следственного управления СК России, сотрудников управления уголовного розыска УМВД России по Тверской области и управления по раскрытию резонансных преступлений главного уголовного розыска МВД России дала положительные результаты. Так было установлено, что преступления в отношении погибшей женщины были совершены преступной группой, состоящей из жителей Ярославской области, двух женщин и мужчины. 40-летний мужчина и 34-летняя женщина были задержаны и доставлены к следователю на допрос. Фигуранты дали признательные показания в совершении мошенничества в отношении потерпевшей, а также убийства последней. 51-летняя же фигурантка скрылась от органов следствия и была объявлена в розыск. В рамках оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками полиции, 51-летняя злоумышленница была задержана. Итак, 5 февраля женщину задержали в Московской области. Там она снимала дом. Женщина долгое время жила по поддельным паспортам, меняла имена, изменяла внешность. Долгая и кропотливая работа региональных сыщиков, сотрудников Главного управления уголовного розыска МВД России и следователей из УИСК России по Тверской области закончилась успехом. Ведь обвиняемая, по мнению следствия, причастна к еще одному тяжкому преступлению – убийству мужа женщины, труп которой обнаружен в Калязинском районе. Мужчину сожгли заживо. И все для того, чтобы тот не забил тревогу по поводу исчезновения своей жены и, конечно же, ради заветных квадратных метров. В конце 2019 года одного из фигурантов дела следователи и сотрудники полиции вывезли в Калязинский район для проверки показаний на месте. Обвиняемый показал место, где была утоплена женщина, и сделала это по показаниям мужчины та самая фигурантка, которую объявили в розыск. Милявская попросила скрыть труп, так? Да. Что вы сделали для этого? Для этого пошел что-нибудь поискать в багажник. Что нашли? Нашел какие-то железяки и цепь. Именно эти железки и цепи обвиняемый привязал к бездыханному телу и притопил его. Григорий, скажите, а вы слышали какие-то звуки, когда вот она спустилась, да? Нет. И вы не знали, с какой целью? Для чего они сказали, они пошли к реке? Помыться, ну, подмыться, так как потерпевшая в туалет сходила, находясь в машине. Она не могла, она была нетрезвой? Ну, была выпившая. Вы откуда в этот день, куда ехали? Из Мытищи, Ярославля. А зачем вы ехали? Отвезти их. То есть вы везли двух женщин, да? Да. И обе они из Ярославля. То есть вы их домой везли? Нет, к мужу. К мужу? Вот эту потерпевшую везли, да? Там оформляли какую-то сделку в Москве? Нет. А для чего в Москве уездили? Я для чего? Я там живу. А они как там оказались? Потерпевшая сдавала квартиру свою, вот этой гражданки. И, то есть, она сдавала квартиру, и потом они вместе поехали домой, и вы их отвозили? Нет, они собирались в Ярославле вещи собрать и ехать на юг, в Сочи. Отдыхать? Да. Вместе? Да. Вот с этой потерпевшей? Да. Они друг друга знали? Давно? Несколько месяцев. Несколько месяцев, то есть были знакомы? Угу. Вы когда увидели, что есть утопленник, что вот одна из женщин утопила другую? Когда вторая поднялась. От реки? От реки. Потом я подошел и увидел лежащее тело у берега. И вторая сказала вам, чтобы ее не было видно, чтобы вы ликвидировали, да? Ну, спрятал. А почему вы послушались? Вы хорошо знакомы со второй? Ну, я не сразу послушался. Немножко в оцепенении был. Вы не ожидали, что произойдет убийство? Конечно. Ничего вам она не объясняла, зачем она это сделала потом? Ну, гораздо позже уже объяснила. А пока обратно ехали, на вопросы мои не смогла ответить. Для чего это? Вы судимы раньше? Да. Отсидели? Да. Давно, за что?
159-я. Мошенничество? Да. 3 года назад. 3 года назад вышли? Или вышли? Угу. А чем занимались? Профессия у вас какая? Юрист по недвижимости. Вы риэлтор? Да. Как нам стало известно, фигуранты нового уголовного дела черных риэлторов внимательно следили за развитием событий по делу Шугаибова и знали, чем закончилась преступная схема предыдущей банды. Так что могли предположить, что будут схвачены и понесут наказание. Обвиняемые проверяются на причастность к совершению аналогичных преступлений, устанавливается круг иных лиц, осуществляющих пособническую деятельность. По нашим данным, обвиняемый назначен целый комплекс судебных экспертиз, в том числе психолого-психиатрическое. Расследование уголовного дела продолжается. 14 февраля Тверской областной суд оставил без изменения решение Московского районного суда города Твери об избрании меры пресечения 30-летнему Эмилю Байрамову в виде заключения под стражу. Апелляционную жалобу подал адвокат Байрамова. Сторона защиты настаивала на домашнем аресте водителя, который находился за рулем автомобиля Kia 7 февраля. О той страшной аварии, где пострадали пешеходы и погиб 50-летний водитель машины Volkswagen, в которую врезалась Kia, мы рассказывали в патрульной службе. Экспертизой установлено, что скорость сплошь тонированной машины Байрамова в момент аварии составляла 104 км в час. В крови Байрамова обнаружены следы кокаина. К тому же только за 2019 год Байрамов 29 раз нарушал правила дорожного движения. Несколько лет назад Байрамов уже был судим за участие в громком конфликте у Морозов-Холла. Мы следим за ходом событий.